На сесії прийнято рішення стосовно покращення стану набережної. Чому, до речі, було досить дискусійне питання на сесії, чому взагалі така нагальна потреба виникла у прийнятті цього рішення? Ну, смотрите, а если брать из сессии, это вполне логично, потому что есть запрос был активистов, соответственно, подтянулся запрос общества в виде территориальной громады, понять, почему отводится земля в зеленой зоне, например, и там под какое-то строительство непонятно. То есть, но на самом деле зеленая зона, она является, подлежит, это является земли рекреации, и земли рекреации могут себя включать зеленые зоны. Конечно, этому комитету паралимпийцев выделили эту землю. Да, здесь ничего нет противозаконного. То есть, ну, в связи с тем, что есть запрос, решили, если уже проверять, то проверять уже всех полностью. То есть от этого, поэтому воно таки произошло. Ну, как бы, щоб уже, якщо вже чесно, то чесно. Тобто, яким чином саме відбувається ця перевірка і що взагалі планують робити для покращення стану набережної? Ну, у вас там був предыдущий там, спікер, ну, я, по крайней мере, делал сюжет Александра Александровича Санжара, он рассказывал о том, что было дано протокольное поручение о том, чтобы всем коммунальным службам проверить законность расположения на набережных там всех объектов, то есть порядка подключения, выдачи технических услов на выбросы, там, на воду там, и тому подобное, то есть как бы отработать юридическому департаменту порядок возникновения права собственности на эти объекты. То есть, поэтому тут как бы нечего даже рассказывать. То есть Александр Саш и на сессии это все прекрасно видно, это ну, как бы понятно. То есть там нету никаких вопросов, как бы, которые там бы, когда я смотрел, депутаты, некоторые депутаты говорят, нам непонятно, за что мы голосовали. Ну, люди, которые имеют юридическое образование и тем более являются адвокатами, ну, это как по меньшей мере, это просто лицемерие говорить о том, что я не понимаю. Ну, потому что, конечно, не понимал, о чем идет речь. Вот так. Скажіть, будь ласка, дуже багато підприємців, які мають бізнес на набережній, вони наразі переймаються через ці перевірки. Чи варто їм через це перейматися? Які наслідки можуть бути? Ну, смотря о якому бізнесі взагалі говорити. Ресторани, кафе на набережній. Ну, я вам скажу так, ну, как бы, в період, где-то там от 20 лет его там застройки этой набережной 15, законодательство менялось, менялось правовое поле, и, соответственно, в том рамках правового поля эти предприниматели в каких-то контекстах, ну, либо договаривались, либо там приводили свои там проекты или что-то практически там или на грани в соответствии с законом, поэтому здесь нужно смотреть, ну, не в общем, а в частном случае, в каждом, ну, в каждом конкретном. Если это касается, например, там малых архитектурных форм, да, ну там вопросов нет. Заключается договор на ухудшение благоустройства, и они работают. Там то же самое, там, как работали там, те, кто любит покурить кальян, пожалуйста, вот, сидите, то есть вопросов нет. Но это такой бизнес. Здесь рестораны, кафе, это все, все индивидуально. То есть каждый, это как знаете, как в Гражданском кодексе написано, что предпринимательство – это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск с целью получения прибыли. То есть каждый предприниматель или бизнесмен, который там в тот период застраивался, он на свой страх и риск строился и понимал, что он когда-то какой-то период получит прибыль, а потом может ее там получать и перестать. Поэтому тут каждый объект нужно брать и изучать. Ну, в отдельном случае. Тобто наразі ми не можемо сказати, що всі кафе та ресторани, які знаходяться на набережні, вони незаконно там побудовані. Ні, ну смотрите, якщо брати і сходити з презумпції правомірності права собственності, то поки право собственності не анулировано, воно законно. То же саме, як презумпція правомірності і недоказательності вини, поки нету приговору, нельзя говорити, що чоловік там він виновен. Ми можемо підрозуміти, що він виновен, але не виновен. Тобто є правоустановчі документи, то есть, значит, они есть. То есть до момента их отмены. А то, как они выдавались или на каком основании не выдавались, ну, выдать же документ правоустанавливающий можно и либо в обход закона, либо в противоречие закону. Но
как говорит там закон про государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, что государственная регистрация прав – это юридическое подтверждение факта возникновения прав государством. Ну, то есть мы с этим, вот я вам просто говорю как юрист. То есть если говорить просто как обыватель, да, там есть моменты, которые, да, действительно там, они строились незаконно. Ну, если так говорить широким фоном. На початку нашої розмови ми побачили сюжет стосовно Ріо, який знаходиться на набережній. Наші журналісти також завітали і до інших закладів. Давайте подивимося, яку інформацію мають. Третій день 7 закладів на набережній Дніпра без води. Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» зупинило постачання через відсутність або завершення строку дії договорів. Афільований до Загіда Краснова Ріо вже припинив роботу. Ріо, добрий день. Добрий день. Скажите, пожалуйста, а заведение работает, к вам можно прийти? До конца недели мы закрыты. А от сусідній до нього ресторан «Міміно» продовжує приймати гостей без належних санітарних умов. Добрий день, кафе «Міміно». Здравствуйте, скажите, пожалуйста, заведение работает, можно к вам приходить? Заведение работает, ну, как и везде, при наличии документов, подтверждающих вакцинацию. А вам уже воду дали, можно воспользоваться уборной, руки помыть? Воду не дали, руки можна помити, ми закупили води. Адаптуватись і знаходити лазівки для власників «Міміно» – звична практика. Улюблений ресторан «Загіда Краснова», як його називають у мережі, розпочав свою діяльність із юридичних хитрощів та заграванням з законом, кажуть адвокати. «Міміно» було узаконено через рішення Нікопольського суду в 2010-2011 році. Которая была вынесена не по подсудности, то есть с нарушением территориальной и предметной подсудности. То есть по кодексам того времени и новым кодексам, что узаконение недвижимости должно было происходить, рассматриваться по месту нахождения самого имущества. Земля під «Міміно» належить місту, і дозволів будувати на ній власникам ресторану ніхто не надавав. До того ж, адвокати заявляють, невідомо, чи платили власники «Міміно» пайову участь місту. А це доволі великі гроші – 10% від вартості будівництва. В бюджет города, наверное, скорее всего, ничего не упало. Если будут поданы соответствующие апелляции, то это грозит сносом. Всі ресторани, що до вподоби Загіду Краснову, чи то Ріо, чи Міміно, зведені у водоохоронній зоні. Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської діяльності, що регулюється. У межах водоохоронної зони виділяються саме земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Це все покликане для сприяння збереження чистоти водних водоймищ України та запобігання їх подальшому засміченню і забрудненню. Правило про 100 метрів від води на заклад з якихось причин не діє. Зберігають природу у «Міміно» теж у власний спосіб. Продовжують забудову вглиб Дніпра. До речі, за традицією афільованого до Загіда Краснова Ріо, парковку «Міміно» облаштували прямісінько на набережній. Як тим часом функціонують інші заклади на набережній Дніпра, ми розкажемо у наступних випусках. Дмитре, буквально останнє питання. Які ж заходи треба вжити, аби ми мали покращену набережну? Що треба робити, з чого починати? Перші заходи, так сказати, вже горсовет вже, так сказати, починає осуществлятися з своєї сторони. В процесі, в контексті, ну, моє мнение як спеціаліста, зараз буде вступати закон про передачу повноважень по самоврядному контролю збитання охорони земель. Він зараз буде називатися не самоврядний контроль, а державний контроль, де городу будуть передаватися повноваження по контролю і охороні земель в пределах там, території города. І у города після 22 мая 22 року у нього буде можливість створити свою інспекцію, виходити на набережну. Також буде введен інститут громадських інспекторів. Це, тобто, любое фізичне лицо, яке має там юридичне образование, или був работал землеустроителем, или работал в органах контролю, може бути тим інспектором, і на тому же
на тех же правах, имеют те же самые полномочия проводить эти проверки, вызывать полицию, составлять протоколы. Вот. Поэтому в этом контексте, я думаю, что город будет двигаться правильно. Если он примет соответствующее решение до вот этого периода, будет все в порядке. То есть заработать где-то к сентябрю 2022 года, это можно вполне законно и легально выходить на те же набережные и осуществлять контроль. Второй момент, есть такие вещи, как, например, проведение инвентаризации земель. Это, то есть, это формирование земельных участков. То есть участки должны быть сформированы для того, чтобы город понимал, что там находится, чтобы, так как право собственности возникает с момента именно государственной регистрации, то есть чтобы город мог контролировать ту же самую набережную. Потому что если увидите, ну как бы простому обывателю было понятно, что синие квадратики – это оформленные участки, там, а там, где просто карта, то есть она не оформлена. И последний момент, есть такой порядок проведения инвентаризации и паспортизации объектов благоустройства. То есть город должен знать о том, что находится у него на этой территории. Какие лавочки, какие деревья. Потому что бывает то, что приезжает там та же инспекция, она не понимает, что было там 4-5 лет назад. Если это будет проведено, то там будет как раз порядок. Потому что этим вопросом занимается уже и Одесса, и Киев, и Ивано-Франковск. То есть опыт и практика есть.